Если некто приходит ко мне, чтобы спасти меня, а я бью этого джентльмена, он пришел, чтобы помочь мне, чтобы спасти меня, сказать мне «добро пожаловать», чтобы отвести меня к Владыке, Господу. А я начинаю с ним драться, нападаю на него. Это самоубийственно. Совершать вайшнава-парадху значит совершать самоубийство. Убивать хранителя, доброжелателя. Я ребенок. Он мой доброжелатель, он мой опекун, хранитель. И я оскорбляю его, бью его. Он более ценен, нежели моя собственная душа. Моя душа, что это? Если не преданность, какая ценность у моей души без преданности? Я могу быть куклой в руках сатаны, но мой Спаситель пришел, чтобы спасти меня из рук сатаны навеки. Моя свобода воли. Если я злоупотребляю свободой воли, нападаю на него, то это нечто более тяжкое, худшее, чем самоубийство. Моя душа не обладает такой ценностью. Но его милость бесценна. Он больше, чем царь. Он пришел, чтобы спасти меня.